Спорт, рукоделие, кулинария, красота, досуг на любой вкус. В округе работает уникальный проект «Химки. Интересно жить». Для горожан проводят бесплатные тематические встречи и мастер-классы. Каждый может попробовать себя в новом деле. Когда люди по своей инициативе, по их предложению приходят встречаться с другими людьми, чтобы поделиться не только своими какими-то опытом жизненным, своим профессиональным опытом, а просто поделиться хорошим настроением и зарядиться хорошим настроением от других людей, вот тогда появляется такая общность людей, которая называется «Жители городского округа Химки», как одна семья. Первые итоги работы проекта подвели на форуме в музейном комплексе «Артишок». Здесь активные жители, представители администрации, депутаты и участники мастер-классов. Я для себя много интересного подчеркиваю. Я вижу интерес жителей. Люди приходят, люди интересуются, и люди уходят с каким-то багажом знаний. Это очень здорово. И это мне полезно, и жителям тоже, надеюсь. Мы все увидели, какие люди живут, чем они владеют, что они могут и что говорят о городе. Елена Тушканова – специалист по макияжу, стилист, по совместительству руководитель студии визажа. В Химках часто проводят встречи по интересам. После ее мастер-классов девушки выходят с целым багажом знаний о красоте и о том, как каждый день выглядит на 5 с плюсом. Я не просто стараюсь научить вас красивому макияжу или грамотно ухаживать за кожей. Я помогаю женщинам раскрыть их индивидуальную природную красоту через внешний облик. Благодаря такому проекту я хочу всех призвать. Это мы с вами делаем нашу жизнь интересной и насыщенной. И чем больше мы будем посещать таких мероприятий и приглашать с собой своих знакомых, тем интереснее станет наша жизнь, и интереснее станет жизнь нашего города. Суть проекта – организация качественного досуга для всех. Темы для мероприятий выбирают сами химчане. Юлия Филина – одна из самых первых участниц тематических встреч. Я уже давно участвую в проекте с февраля этого года. Первый наш проект были изготовление украшений из янтаря. Нам очень с подругой понравилось. Как я уже говорила, мы разместили все в социальных сетях и стали посещать проекты. После этого сейчас мы пропагандируем здоровый образ жизни и готовы провести мастер-класс для всех жителей города. Стадионы, дома культуры, музейные комплексы, парки. Встречи проводят на всех городских площадках. Каждый житель может организовать собственное мероприятие. Власти округа поддержат. Если сегодня вы хотите рассказать о каких-то своих талантах, мы вам бесплатно предоставляем эти площадки. То есть мы кардинально сегодня подходим встречам совершенно другим образом. Если у вас есть талант, заявите о себе, приведите своих друзей, приведите своих соседей, и мы дадим эти площадки, и вы ими начнете пользоваться. Ведь квартира или дом, в котором вы живете, это же не вся жизнь. Сколько в общественном пространстве вы проводите время. Поэтому эта программа, она про жизнь. Пользуйтесь всеми ресурсами города сегодня. А мы, исполнительная власть, от слова «исполнять наказы жителей», наказы депутатов, которые вы выбрали. В проекте «Химки. Интересно жить» приняли участие более 30 тысяч человек. И он только набирает обороты. Сегодня на форуме наградили самых активных участников достойными призами. Информацию о следующих мастер-классах можно получить из газет, социальных сетей, на телеканалах и специальном сайте администрации.